В библиотеке имени Уралхана Бокея читателей продолжаю знакомить с произведениями выдающихся писателей нашего края. В этот раз аудитории представили новую книгу «Терлик» автора из Курчумского района Жиенбека Рабилулы. Воспитание, чувство патриотизма, любви к своей родине, стремление к большим вершинам. Эти главные качества отражает писатель Жиенбек Рабилулы в своих произведениях. Новую книгу под названием «Терлек» автор презентовал в библиотеке имени Бокея в кругу коллег и друзей, а также любителей литературы, которые интересуются творчеством писателей нашего края. В книге отражаются страницы из личной биографии писателя, важные события из жизни области и страны. Для меня очень было почетно, что рядом со мной сидели мои друзья, мои соратники, вот именно Хасен Закария и Сер Кусанбаев. Они великие поэты нашей страны. И очень известные люди. Они просто услышали по Facebook и приехали меня поддержать. И сколько земляков, сколько друзей, одноклассников здесь было. Всем огромное спасибо. Я доволен тем, что гости презентации новой книги Жиенбека «Терлек» смогли ознакомиться с ее историей. Ведь то, что в ней написано, чистая правда. Эта история реальная, и передать ее может только человек, который пережил события. Эта книга – наше новое достояние не только Восточного Казахстана, но и всей страны. В завершении творческой встречи Жиенбек Рабилулы исполнил авторскую песню под аккомпанемент гитары, а также преподнес в дар библиотеке свою книгу. Яна Мумлева, Нуртас Хайрулдаев, Алтай Ахпарат.